расскажу о своей новой машине. Ты настолько зажрался? Ты даже не договариваешься. Поменять на вот этот вертолет. Старый голососин. Спасибо. Из кого? 10950. Infiniti 10990. Потратили 206 115 долларов. Мы купили все машины, вот посмотрите. Вот. О, подписчик! Мы ответим правду. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет! Покажу и расскажу о своей новой машине. Rolls-Royce Cullinan! О своих эмоциях я вам буду рассказывать, досмотрите его до конца. В конце я вам скажу кое-что. Начнем мы этот ролик с настоящих живых эмоций. Это на камеру. Они уже за ангаром. Рассказывать про всякие факты об этой тачке. Тачки я буду рассказывать в мельчайших подробностях. И могут даже и не знать. Поймете, что такое Rolls-Royce. Позову клиента. Погнал вперед. И можешь. Ну она огромная. С Ройс полоски рисует только один человек. Если смотришь этот ролик, привет. Какая она симпатичная. Есть зонтик. Вот так на кнопочку нажимаешь. Это зонтик. Их здесь две штуки. С этой стороны и с той. Весьма простенько. Так, второй интересный факт. Три двери есть сушилка. А дверь закрывается вот так. То есть невидимый рад подходит и закрывает дверь? Да. Здесь есть. Это коврики в машину. Посмотрите, какие они. Так, а это нижняя часть. Она же тоже открывается, правильно? Да. Ну и куда хочешь. Слушай, ну хорошая такая, добротная. Я вот от такого в машинах кайфую, когда все делается саму. Обычно в Rolls-Royce эта штука серая. Rolls-Royce, которая называется Black Bay. Красивая. Кстати, попробуй украсть. Как-то навредить. Но вот так это выглядит. Просто пропадет. Обзор 360. Ставим кое-какие фишки на потом для следующего человека. Ребята, я специально не обращаю внимания на то, что там это какой-то редкий цвет. Я вам буду говорить только о самом интересном. Ребят, иди сюда! Не торопись, не торопись. А значок выезжает? Выезжает. Так это работает. Закрываем машину. Надо каждый раз кланяться, не знал? Что тебе показать? Давай, может, сядем внутрь. Садись с той стороны. Да. По покупке не знал, как выглядит ключ этой машины. С другой стороны, вот так. Почему оранжевый? Потому что цвет салона можно выбрать абсолютно любой. Берешь и зажимаешь. И классная вот эта вот опция есть. Звездное небо. Полностью повторяет небо над заводом Rolls-Royce. Представляете, типа падают. О, я желание загадаю. Так, подлокотник. Ну, здесь ничего интересного. Это я еще, кстати, ни разу эту штуку не открывал. Компьютер! Что вам стоит знать об этой... Как управлять потоком воздуха в этой машине? Нажимаешь на него, дует слабее. Вытягиваешь. Ходит туда-назад. А зачем они сделали дисковод? Возраст владельца Rolls-Royce, это знаете сколько? Хотим дисковод! Хотим музыку слушать на диск! Даже не знаю, что они делают. Кобяков, осторожный, вдруг тебя сложит. Ты че? Хорош, прикалываться. Что еще интересного? Это что, камера в зеркале? Монета. Да. Сейчас проведем небольшой эксперимент. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну так вот именно, обалдеть. Так, сюда, ребро. Заведу мотор, и монетка не упадет. О. Короче, все, здесь ничего интересного. Серега, пойдемте за ним. Серега! Volkswagen, Mercedes. Первое ДТП. Да ничего, моя жопа не сломала. Больше, чем я ожидал. Мне сразу хочется измерить его в себе. Меня интересует. Так, так. Серега номер один. Без головы. Так, давай, что тебе еще интересно вот в машине? Интересовало, как она выглядит. Колпаки на Rolls-Royce. Кстати, Rolls-Royce Cullinan. Знаешь, почему Cullinan? Алмазов в мире. Мне вот всегда было интересно гудок на машине. Не знаю, Серега, я тебе ничего подсказывать не буду. Что найдешь, про то расскажу. Так, оп. Оп, ну нет. Багажник, палки, ну, такие на велике есть стоят. Садись вперед, не садись. Дверь тяжелая, ну не хочется закрывать ее. Допочка. Зажми ее, зажми, зажми. Оп, изоляцию. Ты настолько зажрался. Ты даже не договариваешься. Блин, я слышу. Слушай, Серега, это обидно. Ну что сказать, машина не помогает против хейта. Внешние всякие характеристики мы озвучили. Пацаны, прыгайте в тачку, Глент. Немножко о цене. Поменять на вот этот вертолет. Как думаете, стоит? Ехо! Новая, новая, кто любит факт-чекеры. 3 километра я проехал вот. Так, начнем. Думал, я испытаю нечто необычное. За руль я понял, что это обычная машина. Закрыл ее, смотрю на нее и такой...
Я не понял. Ламбу после первой поездки у меня сердце колотилось. Да я купил гелик и проехал. Я чувствовал себя Эдит быстро, если надо. Тестостерон. Пацаны, как вам Rolls-Royce? Полный рост. Посмотрите, сколько у меня еще мест. Комфортно и удобно. Если бы меня такой забирал на работу, нужно сказать минус, и я его уже нашел, прикиньте. Так, включаем мониторчик и... Смотрите, сидений нет массажа в Rolls-Royce. Дотация этой машины была собрана для водителя. Для сумки, ну понимаешь. Ты чё, сравнил? Спасибо, это даже комплимент. Ну короче, а спереди, конечно... Здесь то, что нет у вас. Посмотрите на эту статую. Она нырнула. Вот от этого я точно балдею. К ощущениям моим, очень скучно. Чего? Чего? Она слишком большая, чтобы на ней гонять. То есть она не молодежная. Верно, Глентик. Просто тачки меня мотивировали. Ешка. Потом я купил гелик, в два раза дороже. И вот только после того, как я купил Rolls-Royce, мне хочется скорости, хочется драйва. Поэтому, например, мне нравилась Ешка. Казалось, машина крутым меня не сделала. Становитесь крутыми внутри. А тачки это фигласные машины, чтобы именно кайфовать от них. Полный отстой. Так не делай. Вот. Офигеть, какой дорогой, но чтоб об этом никто не знал. Внутри делать сильнее, вы должны от этого кайфовать. Я почему хотел вам это рассказать? Я все-таки чувствую. Коротко, смотрите нас, мы вас не надурим. Теперь, ребят, день длинный, 24 часа. Если честно, есть хочется очень сильно. Я готов поддержать. Да, поехали в Макдональдс. Какой Макдональдс? Человек, который едет на заднем сиденье Rolls-Royce. Все, переключились, серьезные волны, продолжаем обзор. Никогда не было в тачках такой. Вот, посмотрите. Вау, вау, шиш. Дополненная реальность. Это как вообще цифры в воздухе? Ребята, подъезжаем к ресторану. Подъедем на Rolls-Royce. Из тачки выходить не можем. Ну ладно, попробуем поесть, не выходя из машины. По-настоящему. Ах, ну что, ребята, как вам? Заказ мы уже сделали, официанту как положено. Да не дождусь, потому что есть хочется. Плечь перед едой. Я восхитительно себя чувствую в ресторане. А если устал, то можно и прилечь, отдохнуть. В планете вообще кто вот так вот использует Rolls-Royce? Не заказывал. О, это мое. Старый лосось. Спасибо. Из кого? Из лосося. Кайфово, да? Угу. Я вот только что-то маловато заказал. Я думал, друзья просто так делятся. Кобяков, все, это фишка. Что-то не хватает. Точно. А что свечку-то не зажгли? Уютнее стало. Ребята, я все. Мы тоже. Слушайте, так поехали. Мерч есть. Подарим подписчикам. Клево. Рубрика... Немножечко про кнопочки расскажу. Вот здесь вот эта вот панель. Здесь тоже есть кармашек такой. Кнопки здесь все. Вырубить звездное небо. Погасло, смотри. А потом вырубаем. Ну, докажет, что подписчики, вот мы заедем во двор, нормальные пацаны, они поварим. Ну, не переживайте. Вы посмотрите ролик, будете знать все. Кстати, пацаны, о цене. Поподробнее. Сколько стоит это? Миллиона российских рублей. Ну, можно, например, посчитать, сколько это будет тетрадей. А сколько стоит Renault Logan? С завода 15. Rolls-Royce это равно целых две ламбы. Извините, а можно вопрос? А как вы думаете, сколько эта машина стоит? О, подписчик! А! Стой, стой, стой! Здорово! И что делать будешь? Ничего. Новая тачка, как тебе? Прикольно. Знаешь, что за она? Тебе ответим правду. Топ-4. А мы не знаем, что это человек. Ну, это понятно. Как понятно? Я думал, что его спалить, мы сами не знаем. Какой еще вопрос? Например, сколько? Вопрос, давай. Сколько стоит твой дом? Нет, у меня нет дома. Стоит квартиру, я не могу квартиру купить. Придется ее продавать. Мы немножко разбавим тебе денечек. Давай мы тебе мерч подарим. Железка обычная, она заменится за день. Все, давай, братан, спасибо. Заметили? Кстати, заметили, как он сзади пробка огромная? И засигналил. Вот преимущество этой машины. Блин, вы увидели? Он сразу такой грустный был. Пищика найти. Да нет, ты не понял. Машина дальше какая? А. Про Ниву говорил. Не, мужики, Bugatti Chiron. Думать позволить о такой машине, но подписчики. И вы готовы в этой идее как-то поучаствовать? И думаем, как мы договоримся. Может, какой-нибудь стрим. Это не машина, это космолет. Мне кажется, на ней даже ездить нельзя. 40 тысяч. Прикиньте, насколько они недооценивают. Мы все тут. Здорово, как жизнь? Нормально. Как называется машина? Ой, я не помню. Приветики. Чтобы было что посмотреть. Мы сейчас пообщаемся, а не... Не генерируется. Это тебе маечка оранжевая. Все, чтобы было у тебя мерч. Ладно, тогда все, хорошего настроения. Пока. Стеснялись. Зато подарили веселое настроение на весь день. Рынок. Это вот такая вот полоса с машинами. Этот ряд. Кони. Короче, давайте, погнали. Жук. Nissan Жук. 10495. 3000. Сатурн 6900. 10950. Infiniti 10990. Джили. Джили Атлас. 17000. 17500. Мерседесик. BMW i3. Машин. И мы потратили 206115 долларов. 8495. Ауди. Смотрите, Мерседес С-класса. Вот этот. 8950. Дальше вот такой Citroen. 950 за Тойоту. 6495.
ребят, остались еще деньги? Осталось еще 230 тысяч долларов. 200 тысяч баксов. Ну давайте и третий ряд покупать. Шкода Рапид. 7990. Такая компактная. 5995. 200. Гольфик за 7. Это Hyundai Getz. О, Deo-Matiz. Deo-Dep. 6495. Hyundai. А что это такое? Это Opel Tigra. Opel Tigra. 39 машин. И еще осталось 150 тысяч долларов. Ну, поехали дальше. Ладно, продолжаем. Citroen. 150. Еще Мерсик. Ешка. 3. Кусики. Опа. Буз 4700. О, половик 9. Сколько стоит 100. Машина эта? 570 тысяч долларов. А, мы купили все машины, вот посмотрите. Вот все машины. Вы выбрали эту или 50 машин? Напишите в комментариях. Поехали. Подписчики. Это ролик снимаем про новую тачку. Как вам? Прикольно. А, у нас же, вы знаете, что в этой рубрике есть 3 вопроса. Рассал лучше. Любые. Лет, сколько тебе лет? 21. Нас об этом говорили, поэтому цену увидишь в ролике. Подарки пацанам. Так, все пенал. Там все. Держи. Все, ребята, спасибо, вы лучшие. Все, честно. Короче, ребят, все, мы приехали на ангар. Или этот не нравится. И я хочу его продать. Вот я сколько езжу, вот еще с вами поездил. Ну, я говорю, я эту машину не понимаю. Мне очень-очень скучно ездить. Я такое не люблю. Я считаю, что от машины нужно кайфовать. Сделали классный ролик. Рассказали подписчикам все. Это что так? Самый дорогой ролик на канале. Проверьте, чтобы лайк стоял под видео. Поэтому, ребята, ставьте 3 миллиона лайков, и он купит Бугатти. Помощь. Будем собирать, как говорится, всем селом. Идем снимать новые ролики на канале 4. Всем пока!